Hey, привет, ребята! Сегодня мы поиграем с вами в спор. Будем растить нашего микроба, которого я назвал Вадик. Почему Вадик, не спрашивайте. Первое имя, которое пришло на ум, так и назвал. Итак, у нас это травоядный микроб. Все, что он умеет, это вот так вот плавать и поедать растительность. Вот такую вот зелененькую. Как бы, ну что, набиваем пузо. У нас здесь очень много конкурентов. Вот такие вот стручки плавают, которые отбирают у нас вот эту зеленуху, которую нам надо есть. И это очень плохо, потому что если мы быстренько не наедимся, нас могут тут съесть. Потому что эволюция дело такое. Если ты слабый, то тебя съедают. Ох ты, сколько их там, смотрите, вон. Стручок, подожди, не ешь все. Дай-ка я тут отведаю. Опачки, выросли. Отлично. Так, теперь знаете, что нам нужно? Нам нужно найти где-нибудь какой-нибудь фрагмент, чтобы мы хотя бы какие-нибудь клыки себе сделали. Точнее, шипы. Чтобы как-то устрашающе выглядеть. Опачки. О, смотри, какой гигант. Сейчас он и съест его. Зато мы получаем фрагмент. Круто. Сейчас подплывем, заберем его. Да-да-да. Мы готовы. Текс. Бочинами так переваливаясь, еле-еле дополз до этого фрагмента. Так, дальше. Вот эта зеленуха есть. Фух. Ага, надо подружайку позвать, слушайте. Брачный зов. Где моя подруга? Иди сюда. Я реально, знаете, как старикан какой-то. Хоп-хоп-хоп-хоп. Подруга, привет. Так. Мимимишные всякие тут прелести происходят. Отложил личинку. Почему-то я именно отложил личинку, хотя я вроде бы как подругу просил, а вот оказалось, что я. Ну ладно. Редактор клеток. Ну, давайте сейчас себя заредактируем. Кстати, вот шип появился. Атака и разрушение. Давайте прибомбасим его, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Это же будет защита наша. Можно, конечно, немножечко клеточку нашу поуменьшить в размере, а то она слишком у нас широкая. Можно сделать огромные глаза, конечно. Либо вообще вот такие вот. Давайте что-нибудь... О, уже, слышите, уже на человека стал похож. О, а что если мы много-много глаз сделаем? Давайте много-много глаз. Вот такой вот. Вот такой вот чудик будет. Сзади и спереди, знаете, чтобы и с тыльной, и с передней стороны можно было следить, чтобы нас никто не съел. Опс, нет, верните назад. Так, жгутик у нас, так как это скорость, пускай он будет у нас сзади вот так вот. Блин, реально на микробы теперь похож. А вот так вот будет он похож у нас, не знаю, на какую... Не знаю, на что это похоже. На какого-то кальмара. Ладно. Перекрасим его сейчас в другой цвет. Я предлагаю перекрасить его. О, желтенький, прозрачненький такой, прикольненький, да? А может красный, агрессивный какой-нибудь цвет? Типа мы злые. Пойдет. Пойдет? Все, давайте. Выходим отсюда. Так, продолжаем наш род. Если у нас был отец Вадик, то это водище будет у нас. Водище. Все. Вроде готово. Погнали. А вот и мы. Блин, что-то мы как-то... Точнее, я протупил немного и... Но вот эти вот колющие шипы поставил совсем не там, где надо. Это плохо. Ладно, мы продолжаем питаться. Питаться, поедать, расти. Где у нас тут... Ух ты, его, смотрите, у него какие челюсти. Давайте попробуем его забороть. Ой-ой-ой-ой, кажется, он сейчас нас сам заборит. Блин, конечно... Вот так вот, получай моим шипом. Давай. Налети на меня. А, нет, фрагмента нет. А, точно, это же классический фрагмент, он у меня уже там был. Так что ладно. Хотя бы опробовали наши с вами шипы. Мы еще немного подросли, перешли в другой этап эволюции. Теперь мы уже побольше микробик. Вот так вот, я своими... Я не знаю, что это... У меня не рот, у меня какие-то жгутики, которые, знаете, все поглощает и поглощает. Высасывает и высасывает до последней капли вот эти зеленушки. О, смотрите, сколько их там. Блин, вот это у тебя присоска, чувак. Я тоже себе такую присоску хочу. Она, кстати, очень быстрая. Там, видели, великан? Плавал с такой присоской крутой. Текс. Кстати, чем больше я становлюсь, тем медленнее. Медленнее. Опачки, еще подросли. А я еще, блин, ни одного фрагмента не нашел нового. О, вы посмотрите, какой там чувак плавает. Вот это вот похож на осьминога, но это не осьминог. Слушайте, может брачный зов сделать и немножечко переконструировать нашего микробика?
Сколько у нас ДНК? 15. Давайте, короче, мы немножечко переделаем нашего микробика. Ой, нет, подожди, смотрите, какой кустяра здесь здоровый. Блин, столько еды здесь. Так, надо это все нафиг съесть. Блин, я сейчас так объемся. Хо-хо, я теперь этот куст могу практически весь съесть. Воу-воу-воу, потише, ребят, потише, вы что творите? Я еще маленький, со мной так нельзя. Так, где мой... где моя подруга? Или это друг, я вообще не без понятия. Никаких половых признаков не разглядеть. Ну, давайте, откладывайте клеточку, вот она. Сейчас переделаем. Переделаем нашу зашиту. Вот это все дело надо наперед поставить. Блин, как-нибудь можно спереди это поставить? Похоже, никак. Ладно, уменьшим в размере нашего микробика. Глаза давайте у него пускай будут где-то вот тут на середине. Или знаете что? Мы сейчас сделаем здоровую корму. Вот такую вот. О! И здоровые глаза. Один глаз. Вот такой вот. О! Отлично! Так, спереди у нас будет шип. Вот эти глаза можно убрать. Так, как бы нам это сделать-то? Ну, не знаю. Давайте, в общем, мы сейчас с вами челюсти еще наденем. А то травоядным как-то меня уже поднапрягает быть. Вот так вот. И давайте еще сюда забабахаем вот так вот. Чтобы мы могли есть и то, и то. То есть и травоядный, и плотоядный. И немножечко сейчас подбавим вот этих вот шипов, чтобы нас было не так просто-то съесть. Все, вроде бы пойдет. Водище у нас остается, так что попрет. Апгрейженный водище. Текс. Ага, появились. Вон, там уже мясо плывет. Давай-ка мясо съедим. Эй, ты какой-то вялый вообще. Вот, отлично. Мясо поедаем, травку поедаем. Набиваем свое пузо. Так, о, слушай, дружище, подожди. Дай-ка я тебя съем, мне твои крылья нравятся. Хотя, походу, я пока до тебя доплыву, ты уже где-нибудь там в космосе окажешься. Так, мы еще раз подросли. Блин, что тут происходит? Тут какая-то ванханалия, блин. Тут все друг друга мочат. Дружище, подожди. Блин, дайте мне какие-нибудь фрагменты, что ли. Вот. Оу-оу-оу, это было больно. А, вы посмотрите тут. Сколько зеленухи-то у нас. Так, мне нужно по-любому... Не, я к тебе не полезу, отстаю. Все, я отстал от тебя. Блин, у меня миссия собрать 5 фрагментов, как минимум, еще. А я их не могу нигде найти. О, смотрите, вот. Вот фрагментик сейчас будет у нас. И вот у этого типа тоже будет фрагментик. Надо его сейчас... Иди сюда. Вот так вот. Ай, блин, он такой скоростной уплыл. Не успел я. Ух ты ж, нифига себе. Какой милашка. И у него, кстати, имя Милашка. Такой здоровый краб проплыл там. Воу-воу-воу-воу-воу, вот фрагмент. Отлично. Фартануло мне. Это мы по... Да, это мы присоску тут получили. Ускоритель, он называется по-другому, по-здешнему. Но я называю его присоска, потому что он так выглядит. Опачки. Отстань от меня. Где у нас еще могут быть фрагменты? У кого... Какие фрагменты мы еще не собирали? Так, еще подросли. Вот. Вот фрагмент есть. Дай-ка мне... Есть. Вот с этим чуваком сейчас подеремся. Иди сюда, милашка. Милашечка моя. Хо-хо-хо. Как они там током всех бьют. Че, я думаю, что мы можем с вами еще сейчас немножечко эволюционировать. Тут подруга... А, нет, не та подруга. Плывем вверх. Вы посмотрите, какой там здоровый монстрюган на заднем фоне. И чего мы можем сделать? Мы можем поставить ускоритель. Давайте жгутик этот уберем. Жгутик убираем. Ставим себе вот такую присоску. Даже давайте турбину прям такую. Точнее, двойной присос у нас будет. Двойной присос. Двойная присоска у нас будет. Так, что мы еще можем? Иголку убираем. Эту иголку тоже убираем. Я хочу поставить... Блин, яд я не хочу. Я хочу вот этот электрический разряд. Которого я нафиг... Ага. Что бы нам сделать? Значит, давайте мы лишимся травоядности и поставим вот такие вот электрические борты. Это у нас будет электрическое поле. Ну, должно быть, по крайней мере. Чё?
Проверим, давайте. И тогда раскрас сменим. На какой-нибудь более гоночный. У нас теперь же присоски есть. Вот. Вот это гоночный цвет такой крутой. Только мы его сейчас изменим на черный. О. Вот так вот пойдет. Точнее, это не черный, а серый, но ничего страшного. Во, какие мы крутые, вы посмотрите, а. Мы теперь вообще тут... Ох, как быстренько мы всех тут убиваем теперь. А, я же теперь зеленуху-то не умею есть. Я же убрал себе эти свои щупальцы мелкие, которыми я ел травку. Так, а ну отстань от меня. Получай разрядом. Сейчас я тебе еще по жопе накусаю. Напинать не получится, а вот накусать получится. Осталось еще два фрагмента где-нибудь найти. Где их только найти, вот в чем проблема и вопрос. Надо включать Шерлока. Где же мои фрагментики? О! Метеорит, подожди! Ну-ка, жди, не уплывай от меня. Подожди. Это крылья, которые я все пытался выбить. Ух ты ж, нифига себе, какое это... Это похоже на этого, на планктона. Без ног, правда, как в Спанч Бобби, но на планктон похоже. Так, что у нас еще тут есть? У кого бы отжать фрагментика? О, браток плавает. Водище, здорово. Ребят, дайте фрагмент еще. Ладно, похоже, что на этом уровне фрагментов больше нет. Давайте поедать. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то было больно. Ай, где мой разряд электрический? Бей его. Давай, кусай за жопу. Кусни за жопу. Ну ты че, у тебя же две присоски. А у него три жгута. Ой-ой-ой-ой, нет, назад. Пускай убегает. Пофиг на него. А то там злющий какой-то милашка плавал. Посмотри, какие там жирные раздутые чуваки. О, сейчас мы в их мир придем. Подрастем и придем. Так, дружище. Дай-ка я у тебя мясца украду немного. О! А вот и жирные наши... А, нет, еще пока до них не добрались. Так, зато вот... Вот этих вот я могу покусать. Ага, какое у вас вкусное мясо. Правда, зеленое? Получай еще разряд. Ой-ой-ой-ой-ой. Было больно. Так, мы еще кого-то... О-о-о, вот он же, жиробас плывет. Так, надо полегче. Уходим отсюда, уходим. Он там ядом своим пускает. Ты что, за мной плаваешь, что ли? Ах ты, хулиган, а. Дружище, я не спецом. Ты сам подплыл, поэтому разряд отхватил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим отсюда. Да блин, там еще этот... меня съели. Короче, что-то я заплыл вообще в какой-то темный дальний угол, где меня съели. Ну вот этот кусочек давай. Последний фрагмент, где ты можешь быть? Я, кажется, знаю, где может быть последний фрагмент. Он где-то здесь. Я прямо его чувствую. Осталось его только найти. Ну, где же ты? Опачки. А, это не метеорит. Я думал, это метеорит, блин. Что у нас, 22 ДНК есть? Мы, конечно, можем немножечко эволюционировать, но пока я не хочу. Получил! Толстый. Да вы посмотрите на него, а? Еще сейчас отхватишь разрядом. А ну отойди от меня. А ну отойди. Какие у тебя челюсти-то, а? Получил еще разок. На тебе. Сейчас мы тебя растормошим здесь. О-о-о. А ты что забыл? Что тут без тормозов какой-то тип был? Прям влетел в меня, знаете, как будто суицидник. Где же фрагментушка моя последняя? Где же ты плаваешь? Ракушечки. Кстати, это мы уже где-то на уровне... Ну, как улитка, да, получается? Моллюски, улитка. Где-то примерно таких вот размеров. Сейчас. Я знаю, что надо эволюционировать, но я хочу последний фрагмент найти. Где его только найти, вот фиг его знает. А, яд у нас есть. Ай-яй-яй. Больно. Ребят, да я пошутил. Да что ж вы будете делать-то, а? На каких-то гопников налетел. Пузатых. Ладно, давайте брачный зов и посмотрим, каких фрагментов у нас не хватает еще. Блин, не помню. Хоть убей меня. Не помню, какого последнего фрагмента не хватает.
Все, сделали свое мимимишное дело. Брык. Ну, какая вот тут клетка может быть у нас? То есть это рот, да? А, точно, это рот должен быть. Это, знаете что, это высасывалка. Она, короче, высасывает и мясо, и пищу травоядную. Высасывалка, короче, нам не хватает. Давайте крылья про... О, уши! У нас будут уши. Вот такие здоровые уши. И немного сделаем себе побольше челюсть. Вот, чтоб прям совсем страшно было. Это у нас будет, знаете, как этот... Спойлер! Спойлер у нас будет, да. Водище, надо имя тогда передумать. Водище, как это? Короче, водище Black... Black Edition. Эксклюзивная такая у нас версия нашего водища. Сейчас он тут будет разносить. Я чувствую, такая скорость у нас сейчас будет. Мы какой-то болид собрали. Так, где эта присоска? Присосочка. Точнее, не присоска, а этот, высасывалка. Трубочка вот эта вот маленькая. Где бы нам ее найти? Сколько тут своих-то плавало, а? Смотрите, какой у него странный насос сзади. Не такой, как у меня. Так что давай-ка попробуем... За... Как у него ник? Загогулина? Это точнее не ник, а прозвище его. Загогулина стрёмно звучит. Блин, ну да, походу я здесь эту трубочку уже не встречу. Она была на другой части эволюции. Пропустили этот шаг. Ну, ничего страшного. А, нет, вот она! Вот она, эта трубка! А ну иди сюда! Иди сюда! Блин, как мне к тебе подплыть-то? Трубка, трубка! Иди сюда, я тебя током швырану! Блин, током его что-то не получается вообще ударить никак. Ладно, будем другую трубку искать. Ой, нет, ты какой-то стрёмный. Так, вот еще один. Вы посмотрите, как он высасывает из всех. Так, есть удар. Давайте, ребят, кусайте его. Да, блин, ты-то мне не нужен. Вон. Блин, к нему вообще... О, он сейчас меня высосет. Ей-ей-ей-ей, уходим, уходим, уходим. Не, к нему бесполезняк вообще подкатывать. Чё мне делать-то? Вот, блин. Ладно, давайте подрастем немного. Чтобы мы были где-то, ну, его уровня. Чтобы были огромные, страшные. И тогда я думаю, что мы его поборем. Так, что происходит? У нас мозги растут. О, круто, у нас есть мозги. Вы посмотрите, поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Чувак, ты крут. Ты с мозгом теперь. Вы прекрасно научились ориентироваться в первичном бульоне. А, так мы еще и в супе были, да? А, тут, я думаю, какая-то... Вон, ракушечка плавает. Оказывается, мы в китайском блюде каком-то. Когда будете готовы вступить в большой мир, щелкните на кнопки графика. А, вот тут, да? Да, вон там вот эволюция, ну понятно. Сейчас, сейчас. Можно я вначале заберу... Заберу последний элемент? Где этот кровосос? Эй! Кровосос! Блин, нету этого комара... А, вот он. Да блин, почему ты такой здоровый-то, а? Как с тобой бороться-то? Не подкатить вообще никак. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас эволюционер... Опа, все-таки задел его. К нему вообще не подлезть. Ага, побоялся меня, забоялся, да? Стопэ, стопэ, стоять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Опасно, опасно. Давай, давай. Да что ж ты будешь делать-то, а? Нарвался на неприятности, как говорится. Там, походу, и второго братюни тоже засосало. Ладно, сейчас тогда нам нужны шипы. Сейчас мы отберем у него этот фрагмент. Я прям чувствую. Давай, давай, давай. Так, нам нужны... Нам нужны шипы. Так, шип. Делаем его большим. Вот эти вот тоже делаем большими. Вот так вот. Это тоже вот сюда. Я думаю, вот так вот пойдет. Давайте попробуем. А, рта нету, да? Ладно. Рот все-таки понадобится. Давайте мы его сделаем вот так вот. А это вот так вот оставим. Думаю, что вот таким вариантом мы пробьем толщину нашего вот этого бронебойного кровососа.
Единственное, осталось его найти. Пупсик. Ты где? Ты-то мне не нужен, краснопердый. Отстань от меня. Мне нужен зеленый кровосос. Вон он. Я его вижу. Ты посмотри на этого, а? Ладно, хочешь драться, получай. Кажется, я упустил зеленуху нашу. Зеленуха, кровосуха. Кровососка. Зеленая кровососка, ты где? Опачки, стопы, куда ты полетел? За мной еще красный там прицепился. Красная, отцепись от меня. Ой-ой-ой, там наших бьют. Да блин, сколько же за мной. Вот, посмотрите, прицепился, а, краснопердый. Че ж. Так, получай. Еще чуть-чуть осталось. Куда ты от меня убежишь? Никуда не убежишь. Иголочка-то больно бьет. Давай, чуть-чуть осталось. Есть! Последний фрагмент. Ну все, ребята, можно выбираться. Давайте отсюда выбираться. Но сперва мы немножечко поправим себе рот. Хочу сделать всеядность нашему микробу водище Black Edition, чтобы у нас все мог есть. Сейчас мы эту проблему решим. Так, это мы убираем. Шипы мы оставляем. Может, сзади вот такой шип? Да, пускай сзади будет шип. А трубка у нас спереди. Ну все. Это прям реально гоночный какой-то болид у нас получился. Электричку мы можем поменьше сделать. О, все, огонь. И сейчас мы вступим на сушу, ребята. Так, выходим. История развития. Ой-ой-ой. Мы, короче, с вами померли всего два раза за всю нашу эволюцию. Раз, два. И в итоге мы вышли... Начинали мы с травоядного, потом начали мясцо покушивать, и в итоге мы вышли как всеядность. Это очень прекрасно. То есть мы, как люди, можем есть все подряд. И это хорошечно. Выход на сушу. Завершение этапа клетки. Сейчас замудрим себе какого-нибудь там, не знаю, чудика-юдика, монстрюганчика. Так, тут уже у нас 3D. Не 2D вид, а 3D. Ноги тебе надо приделать, да? Давайте мы ему немного сейчас челку сделаем. Вот так вот у тебя челка будет. Типа ресница. Вот это вот, я не знаю вообще, зачем тебе. Это что у тебя будет? Щеки? А, это попец у нас, попец, подожди. Это мы попец, да? Глаз вот здесь. Вот здесь. Здесь у нас будет челка. Мы ее поворачиваем, вот такая вот крутая. Крутая челка будет. Ну, типа, волосы же должны быть у нас на голове. Это у нас будет, я не знаю. Ну, какая-то птица получается, да? Ладно, раз птица, давайте крылья сделаем. Вот это вообще капец. Это как у пчелы жало будет у нас. Давайте загнем вот так вот. Прям реактивное жало. И ноги пухлые. Такие более-менее нормальные, средние. И вообще какие-то худощавые, да? Прям он. Видно колено так. Кости колена так. И уровень ног. Господи, каким же мы можем тебя высоким сделать? Так, глаза у нас должны смотреть вперед. Ты же у нас не косоглазый, правильно? Вниз тоже не надо смотреть. Ой, что получилось? Ой-ой-ой, что это за попец? Ладно, давайте сделаем все-таки два глаза. Вот тут вот. Вот так вот. О! И... А, можно же уменьшить. Во! Вот так вот. Вот это пойдет дело у нас. А хвост мы тогда сделаем... Так, подождите. Вот, и будет у нас здесь жало. Вот оно, наше жало вот такое вот будет. О! Вот это я понимаю. Ну что, в принципе, все готово. Вот такой вот монстрюганчик у нас появился. На свет. Перекрасим его, давайте вот, в оранжевый цвет. И назовем его... Топтун. Он же у нас теперь с ногами. Топтун. Вот. То есть от водища у нас, в принципе, тут ничего не осталось. О, ему даже самому нравится. Ну что ж, выходим. А, мы можем еще двойную расцветку сделать. Давайте тогда сейчас посмотрим, что у нас еще здесь есть. О, вот этот расцвет мне больше нравится. Прикольный такой. Во, вот оно и будет.
Все, выплывай, давай, наверх! Оу, ей, наконец мы выбрались. Мурчал какой-то у нас выплыл, слушайте. Чё ты делаешь? А, это он, наверное, подружаек своих зовет. Одному-то скучновато будет на берегу выбираться. Ух ты, сколько нас, слушайте, там целое стадо. Нормально, банда. Банда, которая покорит эту планету. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окунитесь взглядом в новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция. Конечно, да здравствует. У меня теперь ноги есть. Вы чё, я ж теперь ходить могу, как двуногое существо. Ну что, ребят, я думаю, что... Да-да-да, ребят. Здорово-здорово всем. Ага. Наш скорпиончик. Блин, а я чё, вот эту фигню не убрал? Ха! Это теперь у нас как корона будет, да? Мигалка. Мигалка гаишника. Ну ничего. Ну что ж, я думаю, что на этом этапе мы закончим. Если вам понравилось, то с вас лайк, подписка, если вы еще не подписаны, и комментарий, продолжать мне играть в спор или нет. Так что все зависит только от вас. Всем удачки и до нового видео. Пока-пока. Эй, чуваки, пойдемте. Я вам вкусняху одну покажу. Пойдемте, пошли. О, что это за тело тут валяется? Фу. Мухами все облепило.